Вечером 1 ноября в районе бывшего мусорного полигона Северского поселения зафиксировано возгорание. Оперативные службы незамедлительно выехали на место и приступили к тушению пожара. Произошло возгорание сухой травы на старой свалке станицы Северской. Загорелись также колеса, которые были сюда недобросовестными жителями завезены. Сейчас вызваны все пожарные части нашего района. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров. Для тушения огня задействовали 20 человек и 7 единиц техники. Угрозы близлежащим населенным пунктам не было. К утру 2 ноября возгорание удалось локализовать. В настоящее время ведется ликвидация очагов тления. На месте работают пожарные расчеты и спецтехника. По факту возгорания отделом МВД России по Северскому району проводится доследственная проверка. Причины чрезвычайного происшествия уточняются.